Без предисловий. Так, ну, дорогие друзья, здравствуйте, во-первых. Во-вторых, для меня сегодня праздник, потому что осуществляется моя давняя мечта. Мы обсуждаем выставки. Вот проходят выставки, и такое коллективное обсуждение. Ну, это как некий резонанс вот этих вот художественных феноменов, которые мы наблюдаем. Ну, некая ответная реакция. Здесь у нас, я вижу, присутствуют авторы работ, художники, вот, что тоже отрадно, ну и молодежь, на которую я всегда уповаю, на которую я всегда рассчитываю. Значит, ну, у нас такая сложная сегодня тема, но связанная с одним жанром, жанром портрета. Ну, для меня это самый интересный, самый такой загадочный жанр, потому что объект этого жанра – человек. А человек – это, собственно говоря, то, что в этом мире есть, самое главное, что в этом мире есть. Ну и вот, готовясь к вашей лекции, я так, к моей лекции, к нашей беседе, я так посмотрел, как определяется жанр портрета. Ну и вычитал, что жанр портрета – это вот когда художник создает изображение, которое соответствует оригиналу, человеку, делает похожим человека, изображение этого человека. И в этом смысле, ну, это основная задача – сделать похожим. Но в определении есть еще одна интересная приписка. Художник, по идее, должен показать и внутренний мир, сущность изображаемого человека. То есть вот тот космос, который находится в каждом из нас. И в связи с этим, я надеюсь, что у нас наша сегодня встреча и разговор будет такой немножко дискуссионный, как и мы заявляли, да? А чтобы была дискуссия, значит, надо как-то поставить некие проблемы. Ну и для меня проблема портрета – это вот как раз проблема передачи сущности человека. Самое главное. Во-первых, вопрос – удалось ли художнику передать эту сущность? Ну, какой бы второй вопрос я сегодня с удовольствием бы обсудил, тем более, что здесь есть художники. Вот. А что такое хороший портрет? Потому что портреты разные, как и все в этом мире. Что-то есть хорошее, что-то есть не очень. Как мы можем отличить хороший портрет от плохого? Ну, даже, может быть, опираясь на материалы вот того, что вокруг нас. Ну, вот, пожалуй, такое вот мое представление о проблеме нашего сегодняшнего такого вот диспута, разговора. Значит, он свободный. Каждый, кто хочет что-то сказать, поднимает ручку, получает микрофон и высказывает свое мнение по поводу того, что говорим мы, по поводу того, что вы видели. Да? Ну, передаю. Добрый день, дорогие друзья, добрый день, студенты мои дорогие, которые откликнулись на приглашение, очень рада вас всех видеть. Значит, с темой нашего вот сегодняшнего диспута, дискуссии, я надеюсь, она получится, мы тут немножко вот думали с Саней, которая вышла, и я до этого уже была на выставке, уже видела здесь все, и решила, что здесь представлено, по сути дела, продолжение той выставки, которая была год назад. Эта выставка называлась «Город во времени». Город можно показать в его разных ипостасях. Можно показать архитектуру городскую, городской пейзаж, то, что, собственно говоря, и было показано в прошлом году. А вот эта выставка мною лично воспринимается как продолжение той выставки, потому что это портрет, связанный непосредственно с людьми Иркутска. А город без людей не бывает. И вот это город во времени через личности, через портрет. И наш сегодняшний вот диспут мы назвали
мы назвали, сейчас напрягусь. Ну, даже когда пишешь на бумаге, это же все просто. Иркутский портрет во временном, эмоциональном и интеллектуальном контексте. И именно вот в этих направлениях, я думаю, мы сегодня будем говорить, конечно, о психологии каждого человека на портрете. Удалось это художнику и не удалось на самом деле. Но вот я думаю, что мы здесь можем немножко и расширить эту тему. В предыдущем зале все видели работы исторического плана. И эти работы, они тоже свидетельство развития, свидетельство изменения во времени города. Там есть люди, которые свидетельствуют об этих изменениях, но там есть живописная манера. 17 век. В России портрета как такового нет, есть Парсуна. Но она тоже очень интересна. И я никогда не была таким большим любителем Парсуны, но здесь вот как-то хожу, и мне приятно это видеть. Исторический портрет в здании на Карла Маркса висит, там постоянные экспозиции. И вот вы знаете, когда там такой небольшой коридор, и я очень люблю через этот коридор проходить. Честно скажу, я знаю все там работы и редко там останавливаюсь. Но когда я прохожу в одну, а потом в другую сторону, у меня прям такая вот... Бывает, знаете, зимой так входишь в какое-то помещение, тепло, такая волна. И вот мимо этих портретов я хожу именно так. И вот это мое эмоциональное отношение. Ну, вот когда мы с Владиславом Витальевичем готовимся к нашим с вами встречам, то я редко приношу с собой бумажки. А вот сегодня я такую бумажку принесла. Вы знаете, эмоциональное отношение человека к чему угодно, ну, может быть выражено через его какие-то воспоминания очень такие лиричные, или вот у меня, например, через стихи. И я, когда к нашей с вами встрече готовилась, то я вспомнила о том, что когда-то по поводу города, не для города, а по поводу города я написала 14 стихотворений в одну книжку. Мы ее делали с Александром Дмитриевичем Князевым, которая называлась «Завещанный город». И тогда я вот с этими стихами, я вспомнила вдруг, ну, все время везде тополя, 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 вот такой город тополиный, и мы его так воспринимаем. И людей среди вот этого тополиного города здесь на портретах тоже достаточно много. Я вспомнила стихи, которые... прочитала у Пастернака, я у него случайно вдруг нашла стихотворение «Весна, я с улицы, где тополь удивлен». И такое стихотворение, я не знаю, там, о буйстве и непотребстве, в общем-то, душевном Пастернака на тот момент. И, вы знаете, я как-то решила, что все стихотворение это нет, а вот «Я с улицы, где тополь удивлен», это про меня, это я в этом городе вот с детства раннего так и жила. И вот я хотела бы начать это эмоциональное обсуждение всего, что мы здесь видим, с этого самого стихотворения, которое точно отражает мое эмоциональное состояние в этом городе. Ну, строчка, естественно, такая Пастернака. «Я с улицы, где тополь удивлен, где мостовые временем размыты, и ностальгии еле слышный стон тревожит ставень сердца, чуть прикрытый. В нездешних новостроек зеркалах на миг возникну и смущусь немножко». Из детских снов души колокола тревожат, трезвонят в зиму, распахнув окошко. Пестреет нить судьбы простой конвой,
И пляшет зайчик, спрыгнув с пыльной крыши, а прошлое все манит за собой, оно уже не здесь, а где-то выше. Я с улицы, где солнцем снег залит, где ветер мечется за воробьиной стаей, где тополь мой со мною говорит, а детство никогда не исчезает. Я с улицы, где тополь удивлен. И вот по этим улицам ходят замечательные люди уже больше 300 лет. И через их портреты мы видим вот этот наш замечательный город, и ностальгия сжимает сердце, особенно когда ты видишь какие-то знакомые лица, какие-то знакомые истории. И вот с этой эмоциональной коннотацией, я думаю, мы и можем начать обсуждение, а потом уже перейдем и к интеллектуальной. Вячеслав Петрович, пожалуйста. Так, ну, я вообще надеюсь передать микрофон кому-нибудь из присутствующих. Но вот у меня сразу возник вопрос, я сидел и думал. Вопрос к вам, художники. Вот вы когда, что для вас таким является импульсом для создания портрета? Какие вы перед собой задачи ставите, кроме вот этой первой задачи, передать сходство? Вот интересно, что здесь висят портреты людей, которых отчасти уже нет. Они уже в ином мире. Но есть люди, которые еще и живы. Есть люди, которых мы знаем. И мы вольно или невольно, глядя на портрет, отвечаем на вопрос, он похож или нет. Вот за моей спиной Снарский, сделанный погребным. Знаю Снарского много лет. Смотрю на портрет и думаю, это он или не он. Вот здесь, за этим подиумом, тоже Снарский. И тоже портрет его. Я думаю, он или не он, похож или не похож. Вот, братцы художники, ответьте на этот вопрос. Что вы хотите? Какие задачи ставите, когда берете за эту очень сложную работу? Я вам помогу. У нас художники будут тихо сидеть. У нас сейчас присутствуют очень немногие художники, очень немногие в современном мире берутся за этот, наверное, самый сложный жанр портрета. И я хочу вам представить участников этой выставки. Это Сергей Геннадьевич Жилин, Сергей Геннадьевич, Юрий Николаевич Квасов и Геннадий Кузьмин. Геннадий Юрьевич, вы сюда чуть поближе к нам подходите, потому что мы вас будем в любом случае... А, Татьяна Григорьевна Ларева, Татьяна. Вот. Мы... Портретов нет ее, она не пишет портрет. Художников много, портретистов не так много. Я немножечко, чуть-чуть буквально вмешаюсь, да, декабристской, политической ссылки. То есть, может быть, и не совсем желали они сюда приезжать. Но, собирая эту экспозицию, мы ориентировались на знаковых и значимых людей культуры, искусства, администрации, духовенства. И вот все эти ветви власти, и люди, сыгравшие особую роль, здесь представлены. Плюс при этом мы старались показать все виды и жанры портрета, которые в истории существуют. Это камерные портреты, это парадные портреты заказные, это групповые портреты, это портрет-тип, допустим, купеческий портрет, там есть очень такие характерные, типичные вещи. И это совершенно разные по стилистике и по направленности работы современных авторов. Потому что если раньше действительно задачей художника, когда не существовали фотоаппараты, это была просто передача сходства, такого фотографического сходства, так, чтобы образ этого человека ушел в века. И это заказные портреты для присутственных мест. Они писались специально с одной единственной задачей. Ну, а все-таки, собирая эту экспозицию, мы понимали, что художники в большей степени выбирают людей интересных, по судьбе интересных людей, знаковых людей из круга своего общения, тех, которых они знают. Поэтому здесь представлена очень большая
часть работ – это почетные граждане Иркутска, Иркутской области, художники, писатели, артисты, искусствоведы. Ну вот я сейчас могу что-то упустить или забыть, поэтому я предлагаю художникам очень активно вот сейчас в это обсуждение включиться. Вот здесь сейчас есть напротив прямо нас большая стенка, посвященная писателям, а художники с писателями дружат давным-давно. Портреты все очень разные, в разной стилистике. И здесь представлены два портрета. Портрет Вампилова Юрия Николаевича Квасова. Он, наверное, расскажет, что его сподвигло и как он работал над портретом. И рядом висит портрет Румянцева Геннадия Юрьевича Кузьмина. Вот я предлагаю, уважаемые друзья мои, художники, вот все-таки включиться в этот разговор и рассказать, вот просто ответить на прямо поставленный вопрос, а зачем же вы вот этих людей и почему, что вас сподвигло и что стало причиной написания вот выбора, ну, наверное, сначала выбора персонажа и подача этого образа вот, вот в таком контексте. Один у нас на фоне пейзажа. Да, и в чем похожесть, что хотелось сказать. Портрет – это только то, что первое внешнее сходство, чтобы человека узнавали, чтобы не кто это такой был, и характер его. Но дальше задач-то очень много. И цветовая гамма, и окружение, чтобы передать, чтобы понятно было, что это. Вот, например, характер здесь, сходство, но это великолепный художник, один из лучших наших, вот он же. Вот здесь полностью задача портрета, как слово «портрет» где, это идеально выполнено, исполнено, и все. Если портрет вдруг там сомнения какие-то у тех людей, которые знают этого человека, и он, а кто это, а не похож или похож, это уже для меня лично. Это уже не портрет, а просто это картина на тему этого человека, ну, то есть, а какой он, ну, говорят, так, а я так вижу. Это ерунда это все. Вот, а вот пример, пожалуйста. У меня портрет был, я тебе писал это лет 15 назад, да? Про Вампилова. Нет, я расскажу, нет, я как раз по теме говорю. Как он случился? Наташа сделала себя. Автопортрет сделала. И как-то она так там изогнулась, и я когда зашел, она же в основном натюрморты делает всякие работы, да. Пейзажи. И вдруг я зашел и удивился, она сама автопортрет сделала, но она как-то вот так вот стоит и загнулась, и мне вот это сразу в голову прило. И через месяц, говорит, что я говорю, ну давай, говорю, мне вот нравится и все. Я этот портрет написал. Почему? А потому что мне момент понравился, где она себя ухватила вот в этом изгибе. Ну а я уже как бы продолжатель этого хозяйства был. Вот. Получилось и получилось. А, кстати, он в Китае же, так что получилось. Вот. А вот тоже странная вещь. Вот портрет Саши Вампилова. Это... А, серьезно, работает? Да? Значит, это 69-й год. Первый спектакль, он тогда не был известный вообще. Ну, только у нас здесь... Почему 69-й, там 2019-й стоит? Ну, неправильно там стоит. 69-й год. 69-й год там стоит. То есть это я только закончил учить. 50 лет назад? Да. Первый спектакль он ставил, нигде еще не было, у нас в нашей драме. Совершенно случайно. Мне вообще повезло, потому что мое окружение тогда было, это все наши... Все наши писатели, актеры, они многие жили в этом в коммерческом подворье. Все у Жоржа Гаврилова собирались. И совершенно случайно, когда я там писал портрет артиста, он все равно за Бержерака при шпаге, при шляпе был. Саша заходит. И потом пришел Гаврилов, который говорит, что ты этих актеришек пишешь? Так небрежно, но типа шутки. Я говорю, кого писать не надо? Он говорит, вон, говорит, Вампилова, Сашу. Тот, а что это меня-то? С какой стати? А он говорит, а я прочел рукопись твою последнюю, он ему давал. Это, говорит, будущий Чехов. Тот, ой, да с удовольствием так, типа шутки, типа всего. Я его, вот он на ДВП как сделан у меня был. А, Жора Гаврилов достал. Я говорю, не на чем писать-то. Это же не в мастерской. А он шкаф плотняный отодвинул,
оторвал оттуда, она там на одном гвозде болталась, вот эту картонку, ДВ-пушку эту, и говорит, на. Я начал его писать, а потом забросили, потом, а через 3 года он погиб. Все, утонул в Байкале. И только потом я снова к нему вернулся, но голова уже была написана. Состояние? Понятно. Вот так вот примерно портреты и делаются. У меня сразу возник комментарий, можно? Да. По ходу жизни. Или давайте мне. Давай. Вот, смотрите, вот это восприятие художника, а теперь восприятие искусствоведа. Причем ситуация самая выгодная. Я обоих знаю. Людей довольно давно, десятки лет. И вот что удивительно, я смотрю на эти портреты, сделанные одним художником. Он, конечно, мастер и подчеркивает свое мастерство. Но я вижу, что портреты неравноценны. Вот у меня ощущение, что Ираида очень похожа. Это она. Она такая есть. Мало того, что он очень точно передал сходство. Да? Ну и как-то вот здесь что-то вот это большее появилось такое. Вот это сущностное, да? А когда я смотрю на портрет Снарского с таким немножко пустым, остановившимся взглядом, как будто человек куда-то там уплыл, да, я думаю, нет, это не он. Даже вот тот портрет, который за спиной Ирисы Моисеевны, мне кажется, более похож на Снарского. А здесь при всем мастерстве, при всей внешней эффектности, эффект-то вот это вот главный-то не очень достигнут. А, пожалуйста. Ну, вопрос в чем, да? Когда художник пишет портрет, а пишет он либо его в лоб и без всякой среды предметной, либо туда, допустим, активно включает какие-то детали, которые привязывают человека к виду или к сфере его деятельности. Мы все прекрасно понимаем, что Снарский антиквар, да, и занимается антикваром многие годы свои, и вот эта вот наполненность картины какими-то деталями, старинными книгами, там, какими-то антикварными лупами, кубиками и всем остальным, оно, наверное, в большей степени погружает нас в эту атмосферу, и Снарский там уходит-то вообще на самом деле на второй план, потому что на первом плане у нас предметы, его среда, может быть, и вот этот его взгляд такой, потому что, ну, представьте, что такое находиться в антикварной лавке. Там каждый предмет живет, у него своя жизнь, иногда столетняя, иногда 300-летняя, которая, наверное, они не фонят, они уже доминируют. Фонит там как раз сам портретируемый. А в ситуации, допустим, вот с портретом Ираиды Георгиевны, да, вот у художника всегда есть очень сложная задача. Когда художник пишет портрет, главная ведь задача, если это особенно портрет заказной, что все-таки портрет понравился заказчику, чтобы его купили. И достаточно жесткий портрет, такое есть такое слово в искусствоведении, не комплементарный портрет, вот как раз портреты Раиды Георгиевны Фетчиной, там комплимента нет вообще ни к женщине, ни к ее красоте. Художник всегда старается в любом случае изобразить женщину помоложе, покрасивее, поинтереснее, как-то скрыть какие-то там вот, ну, возрастные изменения. Здесь это подчеркнуто и вытянуто на передний план, уставший взгляд, такой очень вялый там поворот головы. Хотя вот они друзья, да, понимаете, как бы подруге своей можно было совершенно в другом ключе написать портрет. И вот портрет Снарского. Совершенно 2 разных художнических таких подхода. Это на мой взгляд. Вот это, я так эту тему себе объясняю, трактую, потому что один портрет вот в среде, это совершенно отдельный жанр, второй портрет решенный в лоб, но я думаю, что даже вот как-то к мужчинам он относится более снисходительно к их изображению. И Коля Домашенко, и Снарский, но все-таки такие красавцы мужики. Здесь вот такое очень, ну, такое прямое высказывание, достаточно жесткое, на мой взгляд. Не приведи Господи, мне бы такой портрет написали. Я простроилась. Ну, конечно, но как женщина. Прямо бы расстроилась. Значит, я немножко хочу тут еще пояснить. С портретом Ираиды Георгиевны. Это этюд к портрету. Это этюд. Это этюд к
блестящему совершенно портрету, который в Иркутске никто не видел. Я его увидела волею случая в Новокузнецке, вот, на выставке, куда привез его Кемеровский музей, который купил этот портрет. Ираида Георгиевна была там со мной, и она его видела первый раз сама, этот портрет. И вот, конечно, ну, этюд есть этюд, он уступает портрету, но я здесь согласна с Натальей Сергеевной, что нисколько тут он ей не комплиментов не отвесил, но Ираида Георгиевна, когда свой портрет увидела, она была, она искусствовед, она это все, она так почувствовала, она была в таком восторге, что вообще окружающий народ, который там ходили, они видели ее, она так, как бы не так сильно в морщинах в жизни. Вот, и все не понимали, чего она в таком восторге. А вот мы с ней были обе в восторге, потому что там другой немножечко портрет, там называется он «Женщина с имбирем», но это именно вот этюд к этому портрету. Что касается Снарского и вот этой похожести, то я практически целый год, пока писала книгу о ювелирном искусстве Иркутска, ну, чуть ли не каждый день, конечно, но каждую неделю бывала в магазине, там, в кабинете у Сергея Афанасьевича. И, вы знаете, мне кажется, что вот у Погребнова, у него такой очень точный взгляд. Ему достаточно один раз увидеть какую-то характерную для человека манеру держаться, смотреть, задумываться. Вот Сергей Афанасьевич, когда разговаривает с тобой, сидит за своим столом, он вот так сидит, и он на тебя вроде бы и смотрит, но в то же время он углублен туда внутрь. И вот я не думаю, что это пустой тут взгляд написан, а написан, вот для меня это как раз он из тех наших с ним долгих бесед, год, ну, вот так. Теперь к узнаваемости, одну секунду, вот мы сейчас перешли в очень такую, на мой взгляд, мы ступили на такой тонкий-тонкий лед. Про узнаваемость, значит, что есть узнаваемость? И я сразу вспоминаю Микеланджело, который сделал капеллу Медичи, долго делал, отрывался, возвращался, в конечном итоге сделал. И он там два скульптурных портрета из семьи Медичи, Лоренцо Медичи и его брат, который его закрыл когда-то своим телом, вот они там в этой капелле представлены. Ну, что касается брата, то там претензий у родственников не было, потому что к тому времени он уже давно как был не жив. А Лоренцо не так уж давно ушел из жизни. И все ходили, смотрели на этот портрет и говорили: ну что здесь, где, собственно, Лоренцо? Тут нет Лоренцо, он совсем не похож на себя. На что Микеланджело спокойно ответил в присущей ему манере: так кто через 100 лет будет знать, как он выглядел? Потому что Микеланджело понимал толк в искусстве, и он знал, что он сделал шедевр, и через 100, и через 500 лет мы с вами заходим в капеллу Медичи, и хочется встать на колени. Не перед Лоренцо. Конечно, Лоренцо был великим человеком своего времени, а перед тем, что сделал художник. И вот я думаю, что, говоря о вот этой самой похожести, художник все-таки должен не столько показать сходство с конкретным человеком, сколько показать что-то другое. И я позволю себе одну минуту обратить внимание на портрет Лысякова Лора. Самой Лоре, ну, это журналист, хороший журналист иркутский, все ее, ну, взрослые люди, все здесь сидящие ее знают.
ней портрет ее не очень нравится. Она все время просит Дмитрия его переписать. Я думаю, что у Дмитрия кисть не поднимется портрет этот переписать. Он мне очень нравится. Не потому он его не перепишет, что он мне нравится, а потому что он и ему нравится. Он и ему нравится. Он ее увидел. Он увидел стиль и ту атмосферу, в которой живет эта женщина. Вот она такая. Она такая. Она и глубокий человек, но она и модница. Она человек очень тонкий, стильный. Там вот даже у нее такая вот брошечка. Тут все, как бы он это показал. Она старается быть веселой, на самом деле у нее такая там тоска и грусть внутри, о которой, ну, я словами бы говорить не стала, если бы Лысяков это не показал на портрете. Я ее хорошо знаю, она вот такая. И вот это чисто внешнее сходство, это же мимолетно. Мы с вами на свои собственные фотографии смотрим разные, в разных ракурсах. И часто себя не узнаем. И я часто смотрю на чьи-то там издалека вот фотографии и думаю, это я, что ли, там как-то вроде платье не мое. Ага. Потому что мы все изменчивы. А художнику дано показать нас в вечность. Значит, показать что-то такое, что может быть и не похоже вот на вашу личину. Так, вот художник, конечно, даем слово художнику. Знаете, ключевые слова прозвучали, которые вот у меня сейчас возникают в связи с замечательнейшей вот этой выставкой. Идешь по экспозиции «Радость узнавания». Знаешь этих людей, знаешь, как они появлялись на выставках, как это все происходило. Да, портрет, черта в черту, точь в точь сходство. Но сейчас очень многое говорится об искусственном интеллекте. И звучали вот эти моменты, что фотография вообще вытеснит живопись. Изобразительное искусство обречено, потому что вот новые технологии, видеоматериалы и так далее, что это, да, за этим будущее. Но есть очень важный момент, тоже прозвучало, эмоции. Только человек способен на чувства, на эмоции. Да, фотографии передает, но это чисто внешнее. И в Японии, да, там и сейчас в мультяшек влюбляются, берут их в жены и так далее. Но это вот как раз против человеческой природы. А художник удивительным образом пробивается к сущности человека. Причем, вот вы знаете, идешь по коридору, и вот очень грамотно построена экспозиция, замечательно совершенно, срез времени. Каждый человек – выразитель своего времени. Парсуна, затем вот эти вот наши замечательные совершенно шестидесятники, суровый стиль, когда Богданов, Алексеев и Вычугжанин приехали в Иркутск из Харькова, и они очень продвинули вот этот жанр портрета. Семидесятники не поддержали декларации 60-х суровостилевцев, да? Они заявили свою эстетику. То есть, ну, надев штавской колпак, как Кантор пишет, они заявили правительству о своих каких-то новых взглядах на жизнь, на мир, на отношение к искусству. И вот Новикова впервые начинает отходить от вот этого точь-в-точь, да? Вот она то в духе Рембрандта, то в духе Матисса. И вот ее вот эти вот образы, они... Но какой-то коэффициент искажения и внесения собственного суждения. Это очень важно, потому что, в общем-то, 70-е годы пропитаны этим. Дальше идут восьмидесятники, 90-е – это наши, боже мой, да, тяжелейшие годы, там и Десяткины, когда вот это вот все идет слом системы, идет слом нравственных каких-то устоев, идеалов и так далее, и возникает вот это очень эмоциональное, надрывное, тяжелое искусство.
Многие художники умирают, сколько человек ушло в то время художников. И вот нужно сказать, что сейчас вообще вот удивительный период. Вот я любовалась сейчас, потому что как замечательно художники бережно обращаются с историческим материалом. Историческая картина Гена Кузьмин. Вот эта выгородка на декабристов уводит коридором в то самое временное пространство, вот эти подсветки точечные очень хорошо. И нужно сказать, что вот этот очень интеллектуальный, может быть, подход, отношение к нашей истории, к нашим прошедшим событиям. Я немножечко не эти портреты предлагала на выставку, там Иннокентий Вениаминов, Иннокентий Кульчицкий, и то, что сейчас вот это приезд цесаревича Николая в Иркутск. Вы знаете, Иркутск настолько богат своей историей. Ну, я не знаю, там казачество, вот все что угодно вы возьмите, любая тема, она может быть приподнята и зазвучать в полную мощь, полную силу. Я хочу поздравить наших художников, поздравить музей с тем, что ну, грандиозная выставка, великолепная выставка, очень грамотно построенная. И вот то, что мы сегодня здесь собрались, и что будет потом, что будет завтра, кто его знает. Но то, что мы уже имеем, это та база, тот багаж, который есть что развивать, есть чем гордиться, есть куда идти дальше. Спасибо. Так, красиво, спасибо. Но я думаю, как бы заострить все-таки нашу сегодняшнюю тематику. Вы знаете, фотография возникла почти 200 лет назад. Почти 200. И вот сейчас, когда я готовился к выставке, к открытию, да, я задал себе вопрос – а почему портрет, как жанр, не помер? Ведь те дагеротипы, которые появились 200 лет назад, да, где снимали по преимуществу мертвых, не живых, потому что высидеть там несколько часов неподвижно, чтобы получить отпечаток, живые вряд ли могли. Ну, с трудом не получалось. Вот. А теперь техника, она такова, что вот у меня в кармане, как у вас у всех, лежит вот эта штука, которая может воспроизводить реальность в бесконечных масштабах, причем очень высокого качества. Так почему портрет жив? Что его заставляет существовать? Ну, и я ответил на этот вопрос как историк исторический. Портрет возник очень давно. Вот мне сразу вспоминается Древний Египет, это несколько тысячелетий назад. Да? Тогда стали воспроизводить личность, внешность личности. Возникает вопрос, зачем? Ну, и зная немножко религию Египта, мы понимаем, что это... культ смерти. С ним было связано. Это некий такой удивительный посыл борьбы со смертью. Вот ты изображаешь человека, человек умирает, а его изображение живет. Оно в принципе бессмертно, особенно если оно сделано в камне. И вот сейчас, почему пишут художники портреты? Почему они ставят перед собой такие удивительные задачи, с которыми, кстати сказать, справедливости ради, не всегда справляются? Потому что это очень сложная задача показать нутро человека, вот этими средствами живописи, красками, вот, мелом, там, углем. И ответ, мне кажется, простой. Ведь в портрете, кроме модели, и сам художник. Художник все равно изображает человека, изображает себя и выражает себя. И глядя на портрет, вот, я как искусствовед это делаю, да, я смотрю на модель и спрашиваю, похож, не похож, ухватил, не ухватил. Но я вижу еще и художника. И в этом, конечно, особый кайф. По крайней мере, для меня. Вот. Ну, мне хочется спросить, что, если мне сегодня хотите сказать что-то. Ну, продолжайте. Если вы закончите, то я... Нет, пожалуйста. Значит, да. Вы знаете, вот с портретом, который можно сделать на камеру, большие проблемы. Большие проблемы именно у фотографов, а не у художников. И поэтому сейчас фотографы очень много изобретают каких-то средств, подходов, методов, чтобы, наоборот, сделать нас не абсолютно похожими. Они пытаются сделать шажок к живописи,
А это сделать уже очень трудно, именно потому, о чем только что говорил Владислав Витальевич. Потому что в портрете, кроме портретируемого, еще и художник. И вот мы с вами подошли к той третьей части во временном, эмоциональном и интеллектуальном контексте можно рассматривать портрет. И я хочу в этом контексте обратиться, ну, как пример, к портрету Гали Новиковой, Нелли Матхановой, сделанной Галиной Новиковой, ее подругой. Нелли Матханова и моя подруга. Если вы меня спросите, Нелли здесь похожа очень на себя? Очень не похожа. Здесь единственное сходство, пожалуй, ну, я именно в этот портрет и это время помню очень хорошо, ну, наверное, только ее национальностью. Нелли в это время была гораздо красивее. Такая красивая, очень видная такая вот была женщина. А здесь у Галины была другая идея. Это же Матисс. Это же Матисс. Идея-то какая? А идея какая? Показать любовь Галину к Матиссу, к французскому искусству. Вот посмотрите сюда. Не-не-не. Распутин. Любовь к родине, к церкви. К церкви. Все. Здесь другое. И Неля... Ты же воспроизвел Матисса. Она не воспроизвела Матисса. Она написала... С Матисса цитату взяла, остальное она взяла с Нелли. С Неллиной неординарности, с Неллиной вот этой вот устремленностью к некой сиюминутной современности, не через российскую эстетику. И я помню все эти разговоры в Галиной мастерской, и я помню все эти Неллины устремления. И когда этот портрет появился, он как раз все это отражал. Он отразил время, ну, которое, может быть, сейчас не всеми считывается. Нет, время, когда у нас в 70-е годы вдруг такой невероятный интерес к Матиссу проснулся, которого не было до этого, и после этого он тоже как-то угас и ушел. Эля этим жила. Она жила этим, ну, больше года точно. Она просто горела вот всеми этими вещами. Вот я очень люблю этот портрет. А мне он тоже не нравится. А я его просто люблю, потому что он отражает сущность человека. Кто из присутствующих помнит Галину Новикову? Многие. Как кто помнит Нелю Матханову? Единицы. А через некоторое время нас здесь с вами не будет и будут оценивать только этот портрет. Никто не помнит, как выглядела Неля, и никто не помнит этот короткий очень момент, когда они обе, две подруги, увлекались французской школой. Вот и все. Вот и все. И для меня этот портрет великолепен. Для меня этот портрет отражает и время, и людей. Хотя на самом деле на нем... Ну, по большому счету, Неля на себя не очень похожа. Да и нутро не очень читается. А знаете почему? А потому что живописная система Матисса, которым они так увлекались, этого и не подразумевала. Матисс изображал свое нутро. Поэтому, когда смотришь на его плоскости, думаешь, Господи, да чем там восхищаться? Что там такого? Но ты понимаешь, что это Матисс. И здесь, на этом портрете, Новикова, увлеченная Матиссом, а не Нелли Матханова. Обе. Обе. Мне нравятся обои, как говорил Кольба Прутков. Понятно. Ну, может быть, публика все-таки что-нибудь скажет. А у нас еще здесь есть художник, которому мы слова не дали. Ну, пожалуйста. Да, Геннадий Юрьевич. Геннадий Юрьевич, приходите к нам. Кто
Пока Геннадий Юрьевич проходит сюда на сцену, я очень коротко скажу, что вы... Проходите, проходите, Геннадий Юрьевич. Значит, что в экспозиции выставки, здесь несколько работ Геннадия Юрьевича, именно портретных и очень таких, я бы сказала, фундаментальных программных работы. Здесь мы видим портрет писателя Румянцева, а вот в большом зале, и уже если вы выставку видели, сейчас эти работы встанут у вас как живые перед глазами. Это портрет декабристов Трубецких, портрет Волконских на крыльце с пейзажем. И это не групповой портрет, это такой портрет-картина. И большая совершенно работа, которая выбила Геннадия Юрьевича вообще, наверное, из жизни лет на 5, ну или на 3 года точно, это групповой портрет ветеранов, участников Великой Отечественной войны. Начинал он их писать еще, они все были и живы, и здоровы. Сейчас, наверное, осталось в живых из них только половина, один остался. А в портрете там их персонажей? А сколько их вообще всего тогда-то было? 7 человек, но вот один остался в живых. И я вообще хочу сказать, что Геннадий Юрьевич один из тех немногих вот наших современников, который вот эту тему группового портрета большого вообще за эту тему взялся. Как-то вот если еще пишут портреты вот какие-то персональные, то вот такую тему поднять достаточно сложно, многотрудно по многим очень причинам, потому что если рассуждать о том, как это делается в классическом искусстве, то с каждого делается рисунок, с каждой головки пишется этюд, потом все это огромное количество композиционных поисков, все они собираются в единую такую мозаику, и затем вот написание большого картона, большой рисунок, большой холст, и это вот, ну, прям годы работы, и дни, и месяцы. Вот. Потом, Геннадий Юрьевич, вот как же все-таки... И, в общем-то, портретным жанром вы так серьезно, ну, и не занимались в своем творчестве ранним, к тому Кузьмину, который вот в нашем понимании тот Кузьмин, Гена Кузьмин. Вот это совершенно кардинальный такой вот маятник качнулся в другую сторону, на мое ощущение, искусствоведческое. Ну, во-первых, ну, мы все заканчивали наше Иркутское училище искусств, мы все учились реализму. И реалистически писали, и я тоже 20 лет после училища, я занимался пейзажем, ездил на этюды, и во всех эти Бельск, Верхоленск, Байкал, все это писалось. Я это любил, писал. Потом перестройка. Я тоже перестроился, потому что, когда я приносил работы на выставкомы, был еще тогда Виталий Георгиевич Рогаль, да, он... как бы с нами так заигрывал, говорит, ну, а вот вы-то что хотели показать на выставку? А я приносил всегда работы такие, значит, пейзажи вот эти, которые обычно брались, и свои такие домашние какие-то такие работы. Мне тогда нравился Рената Гутуза, приносил такого плана работы. Я говорю, ну, мне вот это хотелось бы, конечно. Ну, все понятно, убирайте. Давайте за пейзаж голосовать. То есть это было так. В свое время это было так. Вот, и... Мне хотелось такие работы делать, хотя вот на выставке принимались только такие. Я дома делал много очень рисунков всяких, каких-то эскизных таких вещей. И вот в это время, когда все это открылось, ну, как бы свобода такая, я взял все это дело, начал реализовывать. Но до этого, когда вот как по поводу портрета Матхановой, в свое время я помню, как этот портрет выставился на выставке, на областной сначала здесь. Я был тоже от него в восторге очень сильном. Я вообще считаю, что он очень похож в то время был. Я помню Нелю Матханову, мне казалось, очень похоже. И вот этот матиссовский прием, я тоже болел Матиссом, ну, мы все заболели, Ван Гогом, Матиссом. Это было, ну, болезненно, наверное, каждого художника, возможно. То есть мне этот портрет казался очень похожим и очень характерным. И там и образ, мне казалось, есть. И как легко все она сделала это. И как красиво. Вот этот портрет висел в прошлый раз вот здесь вот где-то, на этой стене, рядом со всеми другими работами. И он смотрелся гораздо интереснее. Здесь он немножко инородный сейчас, потому что другие работы, другого плана работы. Вот. Да, да.
Ну, по поводу меня, значит, после, опять же, 20 лет я писал пейзажи и такие реалистические работы, перешел на такую... на такое какое-то более условное письмо. 20 лет получилось, что я писал тоже такие работы. И вдруг ко мне приходят вот эти заказчики по портрету ветеранов и говорят, что мы хотим заказать портрет ветеранов. Я говорю, почему ко мне? Я вообще не пишу таких работ. А мы, говорит, знаем все про тебя. Но они с КГБ, заказчики-то вроде, ну, мы, наверное, знают. Но я всегда вообще-то писал работы на заказ. То есть обращались, я писал эти работы, никто их не видел никогда, на выставках они, конечно, не были. Вот. А потом нас учили действительно все реализму, и хотелось писать именно в таком плане. И вот работы на заказ, они, конечно, проходили, ну, мимо зрителя, но я писал. Потом я вспоминаю всегда, я всегда рисовал. Вот я всегда какой-то блокнотик всегда с собой ношу. То есть я жил в Усолье, я ездил в электричке, и с этим с папкой я всегда рисовал. То есть вот этот реалистический метод письма, рисования, он всегда был при мне. И когда вот они ко мне пришли, я так подумал, а почему бы нет, попробовать. Но они сразу сказали, что это будет 2х3, что это будет огромный холст, что там будет несколько человек. И... Но я согласился для пробы и начал делать эскиз, естественно. Показал первые какие-то такие варианты угольные небольшие. Они пришли, сказали, ну да, вполне может быть такое. Потом это все перерабатывалось, конечно, если говорить о том портрете, то все перерабатывалось. И в эскизах много очень вариантов было. Действительно, я делал каждого отдельно. Пришел ко мне первый позирующий, а я, ну, до этого, видимо, ну, еще как-то обойдется таким творчеством условным. И рука... видишь человека, а рисовать вот, не можешь передать то, что видишь. Я так вспоминал, что вот Репин четверги делали. Он уже писал в то время Бурлаков, а почему-то по четвергам они постоянно рисовали друг друга. Я отложил первый сеанс, сказал, что через неделю встретимся. Я неделю, как говорится, ну, ставил глаз, руку, и за неделю ну, форму восстановил. Рисовал себя, жену, детей, всех подряд. Автопортретов много сделал, рисунков просто. И после этого я начал всех вот приглашать, рисовать, писать. Действительно, я сделал каждого рисунок, каждого, даже не по разу, каждого этюд сделал ветеранов этих подряд. Потом я сделал, ну, эскизы действительно какие-то были, картон начал делать. Только потом холст, то есть, ну, такая традиционная, классическая манера письма. И... холст сам я 2 раза перетягивал, я его подымал чуть-чуть. Когда уже был рисунок, даже маслом написанный, я его перетягивал. Вспоминая суриковские бояры, я думал, ну, он срезал там или подшивал. Ну, наверное, тоже можно делать так. Не, ну тоже можно так делать, это же вполне. Я посмотрел, у меня первые фигуры были провалены, ноги были обрезаны у девочки там. То есть в картоне казалось нормально, а вот в холсте, когда сделал, смотрю... не смотрится это. Я поднял, девочку уменьшил, стирал скипидаром все это, и все это дело написал. То есть процесс был такой очень долгий, длительный. 2 года где-то, да, это дело, по-моему, да. 11-й год, 12-й. А, и в 13-м году была выставка первая. Ну, вот так вот. Но эти портреты, которые вот Румянцев, это просто был случай Татьяны Ясникова, поэт наша иркутская, она когда-то у меня училась в училище. Она же в художественном училище училась. Она говорит, вот Румянцев приезжает с Москвы, не хочешь его рисовать, подписать? Я узнал, что он пишет из серии «Жизнь замечательных людей» о Вампилове, о Распутине будет писать. Интересный, думаю, человек, хотя я его так лично не знал. Встретились у меня в мастерской, сделал также рисунки, наброски. И вот на неделю ходил, позировал ко мне, написал портрет. Витокуров, занятой человек, казалось бы, но он сам сделал желание, чтобы я написал, неделю тоже приходил, позировал. А, до этого я к нему пришел в институт, делал, значит, захотелось тушь, кисть, и делал таких много вот таких рисуночков. Он сидит, что-то там пишет, если сидит, обедали потом. Все это я рисовал. Потом просто вот выбрал какой-то из них.
Но все равно это все потом менялось. Значит, он потом позировал, также рисунок делал. Приходил ко мне в мастерскую, рисунок делал сначала у него, а потом писал, позировал у меня в мастерскую. То есть процесс, да, такой вот был очень долгий. И... А вот у меня вопрос, пока Геннадий Юрьевич не ушел. Да, вот наша... У меня вопрос просто, сейчас коротенький очень. Какая все-таки эмоциональная или интеллектуальная составляющая движет вашим творчеством в портрете? Какая? Из этих двух... Я вообще сюда пришел. Я сюда пришел, конечно, слушать больше вас, потому что ну, художник, как он может все это во время работы делать какой-то анализ, там для себя запоминать что-то? Очень трудно это все. Но эмоционально, конечно, когда увидел того же Румянцева, думаю, интересный человек. А потом он стихи подарил, там фотографии, он с бантиком, вот с таким. Какой-то вот такой интеллигентного вида человек, сам же в Бурятии, значит, и у него есть что-то такое, национальность. И вот эти вот контраст, вот этот неожиданный какой-то, какая-то у него шевелюра такая поэтическая, стихи мне понравились. То есть вот этот вот импульс, он как бы двигал меня. А ветераны тем более, ну это же история. Я думаю, вот я соприкасаюсь с этим. Сейчас вот они приходят, и я вот сейчас должен их рисовать. То есть это живое какое-то соприкосновение, это же ну, очень интересный момент. Но любого человека интересно же рисовать, писать. Любой портрет, каждый же выразительный по-своему. А тут вот ветераны, которые прошли войну, ну там все мы уже знаем, что это такое. Да? Вот они передо мной, вот какой-то импульс такой был. Спасибо. Геннадий Юрьевич, не уходите. Я хочу заострить внимание, я погружена в истории жизни наших художников, ну, может быть, в несколько большей степени, чем музейный работник. Когда художник пишет модель, да, во-первых, он должен ее, ну, я не знаю, может быть, полюбить, может быть, возненавидеть, может быть, выразить какое-то к ней отношение. Это не всегда приятие, не всегда симпатия, потому что в каждом человеке и во мне, и во есть и черное и белое, есть и Бог, и дьявол, и вся наша жизнь, это как раз вот, и все наши поступки в этой жизни мечут нас иногда из стороны в сторону, и это факт. Каким тебя увидит художник? Что он поднимет из этой из сути твоей? Образ какой возникнет? Все знают, что Галя Новикова наживала себе врагов. Ее портреты очень острые. Они вот просто даже иногда неприятные, визуально неприятные. Хотя ты понимаешь, что это великое произведение искусства. Вот от этого контакта художника... И модели, очень много разных вообще историй возникает. А я хочу вспомнить, Геннадий Юрьевич мне как-то рассказывал историю, когда он в течение там, 3 лет жил с этими ветеранами, писал этот портрет, он ушел вообще такой в глубокий депресняк. Вот потому что, я, говорит, я никогда не смотрел фильмы о войне. И вот это вот все, вы представляете, да, любой фильм... О войне хорошо снято, это же всегда вот слезы, трагедия, рыдания, время такое. А он с ними общался. Представляете, сколько там он историй наслушался. И я помню, когда этот портрет был закончен, он уехал в деревню и писал живописный прудик. Вот кустики и прудики. Такой вот отходняк, такая большая отрыжка вот от такой работы, потому что это был реально эмоциональный подкос. Там вплоть до больницы была история какая-то, да, Геннадий Юрьевич? Вот совершенно... Два раза он пролежал в больнице. Вы понимаете, какое вот возникает связующее звено вот между тем, что ты делаешь, это ну, вот психологически просто буквально надрыв. Не все вот так легко и весело и красиво в искусстве. Да, это так было, конечно. На портреты десятки насмотришь, там надрыв и самого художника, и самого изображаемого то же самое, да? Я-то не старался делать вот этого, что Борис делает. Я старался выразить там, ну, красоту, сущность их портретируемых. Но сам, конечно, надорвался. То есть я попал в больницу, да, и, значит, после этого надо было мне продолжать работу, а я вернулся, я не могу взять кисть. Я не так давно в интернете где-то нашел портреты ветеранов, которые делал какой-то художник. К сожалению, не помню имени. Портреты такие. Они, как правило, обезображенным лицом, без глаз, там, без рук там, и так далее, какие-то страшные, ну, как бы вот некие лицо войны ветеранов. Да? У Коржева есть такая
У Кожева есть такая опаленная война, да. Но это не Кожев, это другой. Он более жесткий. Кожев там другого, конечно, уровня художник. Я вот слушаю и понимаю, действительно, вот в портретах вот тех не столько они, сколько сам художник. Понимаете? Он действительно отдал себя. И вот эта отдача там чувствуется. А тот, который писал обезображенных, он в основном от них брал, высасывал. Вот они и страшные. Понимаете? Хотя это правда. Но вот страшно. Понимаете? А здесь вот смотришь и другая приятно. Концепция, видимо, была. Конечно, была естественно. Показать обычных людей, которые прошли войну. Это обычные, в принципе, люди. Это наши путяне, это наши земляки. Это здесь они ходили. Но они там, на войне, были. И вот сейчас они передали. Вот это передать. И они остались вот такие вот. Я помню, как заходит, значит, Вишняков Моисей Сергеевич с палочкой на выставку. Он откладывает палочку дальше. Ему предлагают стол. Он говорит, нет, спасибо. 90... Он прожил 100 лет, а тогда ему было где-то 94 года. Они, кстати, два человека дожили до 100 лет. И вот последний сейчас живет, который ему тоже 97. То есть это герои вообще, богатыри. Как передавать какое-то там обезображивание, если это просто симпатия какую-то вызывает эти люди? Вот у меня такая была, видимо, концепция. Прекрасная концепция, правда? А вы говорите, художник ничего сказать не может. Может, может. Потрясти хорошенько, скажет. Спасибо. Спасибо, дорогой. Похлопаем. Кроме самих ветеранов, там, она на переднем плане, это тоже главный герой, потому что он на переднем плане. Получается, конечно, надо было и выделять как-то. Это же планы же надо нам делать. Вот. И ну, надо еще сказать, что вообще, когда вот была выставка, и еще Елена Станиславовна Зубри была директором, я говорю, что тут половина работы не моей, это половина работы самих ветеранов, потому что они мне подсказывали во время работы, когда я вот картон делал, когда эскизы делал, они говорят, а вот если сюда вот внучку этого Корнева, я говорю, а да, вообще-то действительно, она бы, наверное, они даже сами понимали, что она разбавит вот эту вот суровость. Я говорю, хорошо бы было, приводят. Подходит она, я ее рисую, пишу, вставляю, да, вот она там садится. А может быть, давайте вот еще, они подсказывали, что поставить там, значит мальчика вот с этим, значит, с портретом Кутузова, значит, там еще, то есть это все были такие, как говорится, да, соавторы мои, вот эти ветераны, заказчики. То есть оттуда все, видимо, шло. Но я, конечно, как художник все это дело что-то откидывал, но что-то вот оставалось благодаря их подсказке это было. И вот эта девочка, она вот именно, конечно, была, как говорится, вот так сделана. Нет, но мне хочется вот просто выразить свой восторг по поводу, дорогие друзья, вашей дискуссии. Почему я рада, что вы обсуждаете именно художники и искусствоведы? Потому что мы все равно люди, ну, дилетанты по сравнению с вами, и слушать это, ну, просто вот наслаждение, разговор профессионалов. Поскольку интерес к портрету, наверное, есть у любого обывателя, но и самый главный вопрос, вот вы их как раз сформулировали, удается ли, а когда вопрос ведет, тебе всегда интересно, когда у тебя возникают вопросы, это значит, есть интерес, и ты будешь развиваться, изучать это дальше. Вот, насколько удается передать внутренний мир? Возможно ли это вообще? Возникает такой вопрос. Художник передает свое ощущение от модели, свое восприятие модели, свою эмоцию, или все-таки и насколько он точно передает модель через свою эмоцию? И это ли вообще задача? А главная задача все-таки может быть показать себя, а не модель, свое мастерство, поскольку модель ведь молчит. В интервью она говорит, и мы там можем как-то прочитать внутренний мир. А насколько мы можем прочитать мир молчаливого человека, который молчаливо взирает на нас, освещенный какими-то особыми там приемами и мастерством вот этой кисти, удара этой кисти, которые передают свое собственное мастерство. Да? И вот, вы знаете, у меня возникло такое ощущение, что реалистический портрет, который здесь представлен, вот, не парадный, все-таки ему удается пробиться к человеку, схватить его суть, и все-таки цель его показать вот эту суть реалистического портрета. Тогда как вот направление модернистской живописи, ну, например, кубизм, если мы возьмем, вот там художник хочет показать себя, мне кажется. Да, вот. Вот тут не соглашусь, это уже.
Или другое дело, просто эту модель, переданную вот такими средствами, это ведь очень дерзновенная такая задача, передать видами нефигуративного искусства вот эмоцию или отдаленного от фигуративного искусства вот, средствами. Возможно, это просто сложно читаемое нами. Но вот если мы научимся читать и будем развиваться вместе с вами, то мы будем получать особый кайф. Я много лет пытаюсь научиться читать Пикассо, пока не особо преуспел, но очень люблю его. Хотел бы я оттолкнуться от примера удивительного, которого привела Раиса Моисеевна с Микеланджело, вот, и капеллы Медичи. Дело в том, что, как известно, Микеланджело портретов-то никогда не делал. Принципиально. Вот этой проблемой сходства он не был озабочен. Он понимал, что нужно сразу копнуть суть. И когда вот мы смотрим на портреты Джулиано Лоренцо Медичи, конечно, он не делал их похожими. Но мы смотрим и видим, что один из них сошел с ума. Вот. А второй, ну, разочаровался в жизнь. И это видно. При том, что сходства нет, а суть уловил. Вот, мне кажется, в этом ответ на вопрос, что такое великий портретист. Извините. Ну, есть такой, опять-таки, портрет, тип, да, сословный портрет. Потому что вот есть собирательный образ, и вот мы говорим себе, купеческий портрет или дворянский портрет, начиная с аксессуаров и... Ну, или портрет крестьянский, или рабочий, да, все советское искусство вот идеализировало образ рабочих и создавало, мне кажется, вот такие героические, какие-то вдохновенные, и с энтузиазмом, с горящими глазами образы наших современников, строителей тогда коммунизма. И, наверное, и Медичи в тот момент понимали, что есть портрет социальный тип. Это не говорит о том, что... Это не искусство, или это не похоже, или это не тот портрет, или не такой портрет. Задача немножко у художника другая. Ну да, конечно. Да как, отталкиваясь от, господи, Ирины Святославовны. Вот по поводу портрета. Я вот этот пример приводил, вот Ларисе Моисеевне приводил. Я 2 года назад оказался в Питере, иду по Невскому и вижу на остановке, значит, увеличенный портрет княгини Юсуповой, кисти Серова. Ну, такой очень-очень знаменитый портрет, она там развалившись сидит. Такой, вот. Ну, я его видел, конечно, знал 1000 раз. А тут он то ли потому, что он большим был, то ли что. Вот я смотрю на него и чувствую, что это гений портрета, что он ухватил вот суть этого человека, этой женщины. Понимаете? Причем как он это сделал? Ну, совершенно чудесно. А потом приехал, почитал, оказалось, он 80 сеансов ее мучил, женщину. Представляете, 80 сеансов. Понимаете? А портрет сделал как будто бы вот раз, легкой такой манерой. Да? Что он там мог выписывать 8 сеансов? Но когда смотришь на портрет, видишь сущность. А какая сущность княгини-то? Она милая, добрая, чудесная, красивая женщина. Вот попробуйте это выразить, товарищи художники. За 2 сеанса. Почему я боюсь писать портреты? То есть это надо не просто сфотографировать и предъявить что-то соответствующее визуальному ряду, а это надо покопаться в сущности. А вот портрет – это тот образ, который еще и усложняется многими факторами. Здесь должна быть и схожесть, и внутреннее отношение, и ощущение, и... связь этого человека с историей во временном контексте и очень много составляющих. Вот как сон во сне просто буквально. И вот очень страшно, меня это пока, вот честно признаюсь, тормозит в моем собственном творчестве, потому что вокруг меня много замечательных людей, которыми я восхищаюсь. Но я все время пребываю в этом состоянии, а как я смогу изобразить этого человека, эту персону? А вообще, а могу ли я?
То есть вот передо мной пока стоят какие-то сейчас я вам помогу. Такие вот ужасы, которые вот мне страшно преодолеть. Сколько она накрутила, будучи женщиной, да. И вот это, и вот это. Я говорила не как женщина, а как художник. Ну, вы же женщина? Даже если бы я была немножко мужчиной. Женщина, да? Немножко женщина. Вот, и художник. А ведь задача проста. Просто показать, какой человек. Просто показать, какой он. Это не просто. Я понимаю, что это очень сложная задача. Но в действительности она только одна. Не внешнее сходство, которое этот самый телефон лучше покажет. А вот попытаться что-то зацепить. И так, чтобы зритель глянул и сказал, о, хороший мужик. Или, о, какая хорошая женщина. Ну вот надо мне поработать еще над собой. Видимо, с вами придется консультироваться. Соавторы просятся. Хорошо. Таких художнических приемов, казалось бы, да, все художники умеют рисовать, все писать, они специально обученные люди. Но когда речь идет о портретах, я слышала очень много от наших художников и таких историй. Все знают замечательный портрет, или если не видели, все равно вы найдете и увидите. Вычугжанин писал, был у нас такой художник Томиловский, удивительный человек, такой лохматый, худой, вот такой на Дон Кихота немножко похожий, да. И после того, как его написал Аркадий Иванович Вычугжанин, великий портретист, здесь у нас есть его работы, ну просто классик портретной живописи, его портрет написал Владимир Владимирович Тетенькин. Я его вживую не видела, я его видела на фотографиях, он находится в каком-то музее, не знаю где. И вот он говорит, я его пишу, нарисовал, все нормально, вот отхожу, ну не он, и все. Потом я, говорит, просто вот смахнул снова рисунок, хорошо отрисованная голова, острый профиль. Я, говорит, в два раза увеличил ему шею, вот просто в два раза увеличил ему шею, это не видно на портрете, и он точно сразу стал похож. Вот это вот гипербола такая, вот все равно художник немножко должен быть карикатуристом, он должен выкинуть какую-то острую черту, характеризующую человека, на первый план. И вот эта вот история как раз вот из этих замечательных историй, что вот, ну все правильно, все померил 10 раз, да, вот есть визуально там, сколько раз голова там к шее относится по величине, вот увеличил шею в два раза, и тут же вот это все стал Томиловский, и все встало на свои места. Ну, мне все время хочется комментировать. Вот прекрасный пример, о котором мы сейчас говорили, Наталья Сергеевна, это Новикова. Она, вот смотришь на нее портрет, думаешь, ну, какая-то немножко карикатура. Да? Но ведь есть и другие способы. Например, Серов не был карикатуристом, Репин не был карикатуристом, а прекрасные портретисты. Конечно, разные методы есть, естественно. И мы здесь видим, они здесь и показаны, эти методы, если присмотреться к ним. Ну, я не знаю, нам, наверное, пора заканчивать, да? Ну, дорогие друзья, как говорили древние Дикси, я все сказал. Спасибо.